Собрание в поддержку сборной Дагестана по вольной борьбе состоялось в ректорате ДГУ. В нем приняли участие представители общественности, депутаты, известные спортсмены и все неравнодушные к судьбе дагестанской сборной. Возмущение общественности вызывает некорректное судейство на чемпионате России в схватке Исмаила Мусукаева и Виктора Лебедева. После этого команда Дагестана была вынуждена бойкотировать главный старт сезона. Причиной всех бед служило некачественное судейство. Такого предвзятого судейства я никогда не видел. Но основой вот то, что команда снялась, это был протест. Я больше не уверен, ни Сажид, ни Майрбек, никто не говорил, давайте, в противовес мы снимемся. Ребята сами выразили такой протест. Мероприятие посетил и тренерский штаб сборной Дагестана во главе с Сажидом Сажидовым. Когда я главный тренер, отвечаю за этих ребят, порой я каждый день, когда вижу их глаза, о том, что когда они говорят, их заслуживают, и мы не можем с этим ничего поделать. Тем ребятам, которые трудились, шли к этому, как это воспринимать, и когда бессилие, не знаем, что с ними сделать, побить их там, драться ли с ними, понимаете, тут опять-таки мы дикари, мы только больше ничего не можем. И потом судьи приходят за разминочный зал ребятам и извиняются. Извините, там, мы не могли по-другому, там, нам говорили, они не стесняются о том, что говорит, что да, это предвзято, да, это неправильно, но мы так будем делать. Обсудили весьма странное назначение в начале года нового главного тренера сборной России, а также решение во второй раз за четырехлетие провести чемпионат страны в Якутске. Собравшиеся требуют дать полноправную возможность дагестанским вольникам принять участие в отборочных схватках за право попасть на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. 57 килограммов. 65 килограммов и 97 килограммов. Дайте ребятам, у нас есть там достойные, дайте им тоже отобраться наравне со всеми. Все присутствующие пришли с одной целью – выразить свою позицию по инциденту, который состоялся на чемпионате России в Якутске, да и по всей ситуации, которая, по их словам, на протяжении многих лет царит в Федерации спортивной борьбы России. Одним из основных инициаторов встречи выступил помощник депутата Государственной Думы Булат Чанкалаев. Депутаты Госдумы, они представители власти, и они представляют народ Республики Дагестан. Соответственно, к народу Республики Дагестан относятся и наши борцы. Это мы все знаем, и так оно и есть. И хотелось бы, чтобы дали нашим борцам поддержку. Хочется верить, что борцы из Дагестана все-таки получат свой шанс на попадание в состав сборной. Участники мероприятия подписали резолюцию и готовят письмо на имя президента Российской Федерации. Курбан Рагимов, Салманги Техмаев, Новости 24, Махачкала.